Он как-то лагающе очень передвигался. Это либо китаец, либо сервер залагал. А, понял. Вопрос фин. Чел с 18 кд. Блять, ну в первом рейде, серьезно. Ну почему? Это вот то, что лут, походу, добавили, да? Это охранник босса тут, я так полагаю. Они все еще спустя год не поправили эту херню. Да, это охранник босса. Здесь охранники решали, вот так в машину бегали, упершись лбом. Я хрен его знает, что они тут делают. Но это уже неоднократно я тут их видел. Чуваки, блин. Блять, тряпки непробиваемые. Ходит медленно. Где-то вот там. Готов. КП. На БС-ках метить жестко. БС-ки, конечно, это пипец как люто. Надо с какой-нибудь СВД-шкой будет таможку потом побегать, что ли. Потому что они должны уничтожать вообще без шансов абсолютно все. Так, отлично. Кстати, прапора можно проверить. Здесь же тоже закрытые двери, да? Получается. Подъехали. Он босс. Спасибочки за донейшн. Тупые.
Спасибо за поддержку. Все, у тебя в порядке там с броней? Чевок. Вот с таким вот сетапчиком простым, да? Заебись, четко! Это он? Вот он, блядь, вот он, ебаш его! Блядь, бот! Он спрыгнул, нет? Не понял. Хрена себе ты придумал. Блядь. Ёбаный бот. Слышу его. Эй? Их двое там вообще. Пекарни, что ли? Да, двое. Блять, куда ты ее кинул, дурачлей? Уу, хорошо. Прямо в рядочек встали. Так. Так, так, так. Блэкрок у нас сейчас заменится на его броню. Поэтому это все сюда. Каска встанет сюда. Блэкрок выкинется.
Как я тебя так быстро убил? Ёшкин кот. Как мне удалось тебя убить, чел? Еще убитый чип. Ну да, это 100% был ЧВК перед нами. Убрали с Алтыном и рысью. Алтын сейчас полнейший хлам. Потому что он не защищает шею. Тебя просто с дроби самый дешевый выстрелят. Дробинка попадет в шею, и ты умрешь. Все. Такой вот баланс в этой игре. Вот, пожалуйста. Походу, читак начала боти, кстати. Куда ты мне попал, чел? И сколько раз ты мне попал? Затылок. Ну-ка. Тысяча часов. Дешевый мегапатрон попадает мне в затылок, когда я смотрю на чувака полностью от фронтальной проекции. Защищенная маска, полностью лицо и шея тоже. Ратник полностью в броне. Меня невозможно убить, когда ты лицом ко мне стоишь. Поэтому чел убивает меня в затылок. Сука, это игра, блядь. Получается, мы сегодня вот сыграли... Мы сегодня сыграли 3 рейда. В первом рейде злостный читак, второй рейд норм, третий рейд снова читак. Вроде бы неплохо для статистики, да? То есть можно сказать, что читеров нет. Если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стрим.